Самодиагностика. Екатерина Карион. Значит, она тут в восторге. Здорово. Я в восторге. Умница. А я написал, это еще фигня против полной картины диагностика из одной жизни в другую. Как вам такое? То есть на самом деле, вот эта вот диагностика по языку, там, по склерам, там, по внешнему виду, там, по запахам, это, конечно, хорошая вещь. Но существует диагностика по диагностика всей жизни человека, которая идет из одной жизни в другую, что там накапливается, что надо решить в этой жизни. То есть в этой жизни мы с вами пожинаем целый клубок проблем, которые мы породили в предыдущих жизнях. И естественно, это все дает свои отпечатки на нашу эту жизнь. И вот в этом-то разобраться, вот это вот другое дело. А диагностика, и предпосылки все эти, как ориентироваться, они-то даны, но мы-то не видим. Мы больше зациклены на том, чтобы вот заработать, потом поехать отдохнуть, заработать, отдохнуть, и все, дальше мы не хотим ничего не знать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!